путешествие на остров 112. В игровой форме в торговом центре «Манеж» прошла республиканская акция «В центре внимания дети». Малыши и их родители изучили основные причины пожаров и узнали, как не допустить их возникновения. Организаторы постарались создать для участников квеста сказку. Возле берега черная метка, ребята искали опасности на картинке, а форт связи помог ребятам вспомнить номера вызова экстренных служб, а также произвести действия в опасных ситуациях. Бухта спасателей принесла знания по использованию первичных средств пожаротушения и навыки одевания боевой одежды спасателя. А на острове знаний ребята прошли тест по безопасности. Всех участников акции ждали призы и подарки от работников МЧС.